Привет, друзья! Сегодня прилетела ко мне очередная посылка из Китая. Как мы видим, доставлена почтой Китая, но это подразделение EMS, экспресс-доставка. То есть вот прилетела она довольно быстро, порядка двух с лишним недель. Как для почты Китая, это, в общем-то, неплохие сроки доставки из Шэньчжэня в Украину. Указано, что здесь находится адаптер BP727, вес 100 граммов и $4.88 за декларирована стоимость. Упаковано в стандартный желтый китайский конверт для маленьких посылок. И здесь у нас, как мы видим, батарея для цифровой видеокамеры, литий-ионная батарея, BP727 форм-фактор. Здесь у нас имеется инструкция на английском языке с краткими характеристиками. И вот таким образом упакована сама батарея, сам аккумчик. Приобретал я данный аккумулятор для видеокамеры Canon Legria. Вот для этой видеокамеры, которой я сейчас пользуюсь. И вот давайте теперь мы сравним аккумчик оригинальный. Вот он у меня в правой руке. И аккумчик, который не оригинальный, который запасной. Ну, в принципе, по размеру все, слава богу, подходит. Вот таким вот образом. Кроме наклейки, больше никаких опознавательных знаков здесь нет. Ну и по заявлениям продавца и производителя, данный аккумулятор снабжен чипом, который позволяет нам увидеть оставшееся время работы. Кстати, емкость 2685 мАч. И здесь тоже, если вам видно, 2685, 9,7 Вт-часов и напряжение 3,6 Вольта. То есть по характеристикам все совпадает. Итак, оригинальный аккумулятор мы откладываем в стороночку, пробуем, все входит отлично. И теперь, как говорится, момент истины. Включаем нашу камеру и ура! Вот вы видите, что показывает оставшееся время. Вот очень видно, наверное, вам хорошо, что это 117 минут. То есть все замечательно, все работает, продавец молодец, отправил аккумчик хорошей службой доставки, отправлял, правда, долго, но все же не обманул. Ну что же, ссылочки на товар и на продавца будут, как всегда, в описании. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, следите за новостями канала в социальных сетях. При желании поддержите развитие канала. Ну а пока всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.